данный закон о налоге на прибыль предприятий заключается в том, чтобы сегодня налог на дивиденды юридических лиц составляет 15%. В законопроекте прописывается то, что мы предлагаем довести ее до 10%, чтобы уравнять ее с доходами физических лиц, чтобы стимулировать наш бизнес, больше декларировать. И есть представители бизнеса, где у нас есть совместные предприятия. Они, как правило, бизнес выбирает, да, брать дивиденды, получать дивиденды в той стране, в которой меньше налоговая ставка. Приравняв, да, налоговые ставки, и вот приравняв налоговые ставки и опустив ее до 10%, общий объем налоговых поступлений за этот вид платежей, я думаю, что в общем объеме только добавится. И мы, наши фискальные службы, я думаю, что мы все вместе, мы должны сделать так, чтобы бизнес этот вид налога платил в нашей стране, а не в какой другой. Потому что если мы примем сегодняшнее решение, у бизнеса не будет никаких препятствий для того, чтобы оттока капиталов из нашей страны в этом виде деятельности не будет. Уважаемые коллеги, предлагаемый законопроект мы будем рассматривать во втором чтении. Уважаемый спикер, просьба поддержать данный законопроект, принять во втором и окончательном чтении.